Левой рукой. Ножик. Мама, принесешь мне? Да. А да, ножик. Сами идите. Осторожно, ты что, Ира, да? Давай! What the fish? Ничего не случилось. Что вы делаете? Всем привет! И вы на канале Сестрички Лайф. По вашим просьбам мы сегодня снимаем 24 часа в наручниках. Мы прицепим друг друга этими наручниками. И мы будем ходить с ними целых 24 часа. Ну что, Ксюш, давай цепляй. Быстрее. Чтоб не сильно, все, хватит. Ну что, ребят, 24 часа с наручниками уже начались. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на наш канал. Поехали. Ксюша будет. Ксюшка сегодня будет больше делать все левой рукой, а Маргарита правой. А я могу рисовать. И будет красиво. Но если Ксюша будет делать правой рукой, она просто тебя будет постоянно дергать. А на улицу как пойдете? Так же. Нет, как мы будем на роликах кататься? На роликах будете кататься так же. Ну я же быстрее, чем Ксюша. Значит, будешь тащить ее сзади. Все, приятного аппетита. А спать вы как будете? До одной кровати, либо наверху, либо внизу. Внизу. На полу. На полу будете спать? Бедная Маргарита. Если кому-то что-то надо, другой должен идти. Упала. Это не единорог. Там нету. Сейчас мы будем снимать в ТикТок и в лайк. Мам, ты нам поможешь? Давай. Какую песню-то включи? Я не знаю. Так ты сама выбери, да. Я-то откуда знаю, какую песню. Подожди. Давайте, поехали. Подожди. Давай, раз. Договорились, в какие стороны? Да. Смотри, сначала вот всегда так. Вон туда начинаем. Угу. И вот так вот. Да, ты, Маргарита, нет, ты другой рукой, Маргарита. Да, вот этой. И моей Ксюша этой, да, потом наоборот, да. Раз, два, три. Неправильно опять, Маргарита, ты запуталась. Давай, раз, два, три. Левой рукой. Угу. Девочки, пропылесосьте, пожалуйста, комнату свою. Чем вы занимаетесь? Рисуете? А Ксюша кушает. Давайте пылесосьте комнату. Вы на улицу собрались? Прям так? Дай мне мои. Руки не оторвите друг другу, по очереди хотя бы. Вот, теперь Ксюша. Она завязывает, ты потом Ксюша завяжет. Сначала я. А мы вместе. Вместе? Все, удачи вам. Пока. Спасибо.
Моем ручки обязательно. Что там такое? Ну, сюда попало. Моем ручки обязательно после улицы. Хорошо, Ксюш, сполосни руки, у тебя мыльные они. Тебе придется ждать. Тоже собралась. Вилку бери. Такие дружные. Ходят вместе под ручку. Так приятно смотреть. Всегда вместе. Вот такие молодцы. Ксюша забыла, Маргарита тоже пошла. Сразу берите, чтобы потом не возвращаться. Ножик. Мама, принесешь мне? А да, ножик. Сами идите. Я добрая. Очень. Сказала же, сразу все берите. Маргарита у нас на детском кресле едет. Пришлось. Поехали. Чего вы там берете? Клубничку. Клубничку? Выбирай только красивую. Я вот эту. Макс, это не красиво. Сможешь достать? Все. Мандарин. Иди, иди, она тебя ведет. Мандаринки. Теперь Маргарита хочет мандаринки. Пакетик берите, где пакет? Давай набирай мандаринчики вон наверху. Вкусняшки. Максу скидывай все. Конфеты. Куда? Ты, по-моему, ты нутеллу хотела. Бегом, бегом, быстрее, быстрее, быстрее. Что случилось? Ты не получишь. Так сильно тянете? Она тянет. Я говорю, за ручки возьмитесь, и тогда больно не будет. Нет. Маргарита, нет. Дай зацепить. Все. Ксюша, так нельзя, пристегивайся. Пристегнула Маргариту к этому. Ничего не случилось, я ничего не знала. Конечно. Ничего не случилось. Давай, складывай. Никто ничего не видел. Никто ничего не видел. Ну что, девочки, вы придумали, как вы будете спать? Да. Что вы делаете? Маргарита, ты где? Ты где? Меньше дергаться будете. Ой, или будете матрасы сюда стаскивать? Матрасы. Матрасы? Да. Ну, давайте. Да. Давай. Вставай! Осторожно. Самое главное, руки не, на, не раз. Мама, а ты умеешь писать?
Ой, осторожно. Осторожно. Осторожно, ты что, Юля? Да? Давай! Вставай! Ау! Тебе тут лучше вылезти оттуда, Маргарита. Все? Подушки. Вам придется в этой одежде спать. Нет, а вы как переодеваться будете, да, с наручниками? Я знаю. Ну, штаны можете переодеть, а вот, кофту тоже. Нет. Да. Смотри, вот так вот. Как? Конечно. А как дальше? А, да. Ага. Будете в этой кофте спать? Можете штаны переодеть, а в кофте спать. Да, кофточка такая. Ну, просто штаны я перетяну. Угу. И у нас щетки одинаковые, но у меня вот тут наклеечка. Так что мы их не путаем. Наш челлендж подходит к концу. Сейчас мы будем смотреть фильм, а потом спать. Если вам понравилось это видео, то ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Пока-пока!